за окном ужасно пасмурно. Просто ужасно. Начать видео с чая, мне кажется, это была прекрасная идея. Ладно, всем привет, и это новое видео о моей подготовке к ЕГЭ по химии и по биологии. Я выложу это видео в пятницу. Как раз будет последний день, и мне кажется, это будет прекрасно. А еще нам в пятницу, на пятницу, поставили пробник. Это просто ужас какой-то. Кто ставит пробники на последний день? По химии пробник. И поэтому надо будет к нему подготовиться. Еще, наверное, в пятницу я не пойду на первые два урока. Это первые две алгебры. Математика для меня это какой-то кошмар. Ну ладно, начнем нашу подготовку. Я не хочу это начинать. Боже, как я устал от всего, вы бы знали. Но сейчас самое главное, не сдаваться. Это очень-очень важно. Никто же не говорил, что будет легко. Поэтому надо пахать. Ладно, начнем нашу подготовку к пробнику. Кстати, что еще хотелось-то порекомендовать? Я нашел сайт, на котором представлено более 30 тысяч заданий. Как с реального ЕГЭ, так и авторских. Здесь представлены абсолютно все предметы, которые есть. Я знаю, что меня смотрят не только те люди, которые дают химию и биологию, но еще и другие предметы. Вам тоже будет интересно. В чем вообще плюс этого сайта? Да то, что здесь представлено... практика вместе с теорией. А теория, самое главное, она не сухая, а она проиллюстрирована. Здесь авторские иллюстрации, которые вы можете распечатать и вставить в свой конспект, лишь бы же повесить на стену. И это поможет пониманию, самое главное, понять материал. Что еще охота сказать? Это про карточки. Боже, это моя любовь, потому что раньше я все писал на бумажках. А здесь это представлено в электронном формате, и это намного удобнее, потому что ты можешь куда-то идти, в школу, не знаю, там со школы, гулять в парке, ехать в машине и повторять то, что тебе нужно выучить. Это, ну, просто гениально. И здесь также можно создавать свои пробники по каким-то отдельным темам, либо же по всему квалификатору. Поэтому, люди, пожалуйста, упрощайте себе подготовку к экзаменам. Все мы знаем, что нам нелегко, но нам помогают, и нужно пользоваться этим. Упрощать себе жизнь так намного легче будет. Поэтому ссылка в описании. Ну и самое главное, что я забыл сказать, так это то, что эта платформа бесплатная. Поэтому поехали. Так, ну я пришел со школы, мы написали пробник. В принципе, сегодня уже пятница. В принципе, это было несложно все это сделать. Я не сделал только органику, потому что я органики вообще не помню. Я ее не учил в 10 классе, и поэтому без органики. И ко второй части тоже не приступал. Было просто лень, просто ужасно лень. Кто ставит пробники на последний день учебный? У нас было в классе 12 человек. Просто уж какой-то. Поэтому как-то так это все вышло. Не знаю, сейчас надо будет... А что сейчас надо будет делать? Не знаю, сейчас вообще ничего не охота делать. Охота отдохнуть. Ну, наверное, сейчас я почитаю учебник по биологии. Вот он. И надо будет что-то повыделять. Вообще, кстати, тоже всем советую как-то выделять главную часть учебника. Мне кажется, это безумно удобно. Ну ладно. Сейчас тогда его. И биологию сейчас. Ну, в принципе, все на этом. За сегодняшний день ничего не охота больше делать. Буду... после биологии смотреть сериальчики. Ну, в принципе, все. То, что мог, я законспектировал.
Не знаю, что еще сказать. Еще хотел бы, кстати, сказать пару слов насчет конспектов. О том, как лучше всего вести конспекты. Это настолько банальное правило, но некоторые до сих пор не знают. Я не буду делать какое-то отдельное видео. Может, напишу маленький пост в своем ТК-канале. Кстати, подписываемся где-нибудь здесь, это все появится. Там безумно уютно. Вот, и что по поводу конспектов. Пожалуйста, выделяйте самое главное. Вот, вот научитесь, потому что я встречал в своей жизни людей, которые просто по сплошняком все переписывают, не читая текст, или читая его, но не понимая, где главное. Научитесь вот выделять самую главную суть и выписывать это. Ведь чем кратче, тем лучше. Конечно, так не всегда, но в большинстве своем, обобщим, так сказать, это лучше. Поэтому выделяйте самое главное, используйте какие-то цвета обязательно, используйте какие-нибудь, я не знаю, там текстовыделители, либо же, как это называется, стикеры и всякую такую вот фигню, потому что это реально помогает. Поэтому на этом, в принципе, наш влог заканчивается, и всем желаю прекрасно отдохнуть и продуктивно провести эту неделю. Поэтому всем удачной подготовки, кто подготавливается к ЕГЭ. А те, кто уже сдали ЕГЭ, вам удачи на парах. Всем пока.